одна река в Македонии дала рождение плодородной долине, в которой возникла древняя культура, начало которой теряется в глубине веков. Люди боготворили эту реку и слагали о ней легенды. На ее берегах процветала культура эпохи Александра Македонского. Города, основанные там, Вергина, древний город Эгос, и Пела, позже стали известны во всем мире. В этих местах царствовал Филипп. Здесь он получил образование у Аристотеля. Здесь же возмужал Александр Великий. Отсюда начался великий поход распространения греческой культуры по всему миру. Река Алиакмонос, спускаясь с Пиерия и Вермия, принесла жизнь этим местам до самого устья Термаического залива. Она намыла плодородную землю и повлияла на климат, благодаря чему на ее берегах поселились люди. Они узнали ее секреты и воспользовались ее дарами. Они начали заниматься земледелием в этой благодатной долине, заложив традиции возделывания почвы. В окрестностях города Вергина находилась древняя Миеза. Эта местность благоприятна для выращивания персиков и киви. Отсюда на международный рынок поставляются плоды высочайшего качества, уникального аромата и вкуса. Имеющий высокую питательную ценность. Во всей Европе персик считается прежде всего летним плодом, а богатый витаминами киви потребляется круглый год благодаря его способности долго храниться в холодильнике. Персики и киви – эти сокровища греческой Македонии не просто фрукты. В них воплощен труд и усилия многих тысяч фермеров, круглый год трудящихся на своих полях, чтобы преподнести нам эти дары природы. Благодаря их стараниям и усердию мы можем насладиться этими вкуснейшими плодами. Персики обладают высокой питательной ценностью, они содержат протеины, сахар, достаточное количество витамина С и Е, антиоксиданты, растительные волокна, фосфор, биотин, железо и кальций. Киви, имея в своем составе больше витамина С, чем другие фрукты, богат также калием, растительными волокнами, магнием, фосфором и микроэлементами. Весь процесс выращивания фруктов строго контролируется, что обеспечивает достижение высоких стандартов, установленных на мировом и европейском, в том числе российском и украинском рынке. Наши персики и киви выращиваются строго в соответствии с интегрированной системой управления. Речь идет о динамичной системе, направленной на высокое качество продукции. Мы строго контролируем все производственные процессы, заботясь тем самым об окружающей среде, о фермерах и, конечно же, о потребителях. Перед закладкой садов мы берем анализ почвы и определяем ее пригодность к выращиванию фруктов. Новые саженцы мы получаем из питомников, имеющих официальную лицензию, и дополнительно их проверяем. Зимняя обрезка деревьев осуществляется исключительно традиционным способом. Различные садоводческие новшества и активные методы защиты от града гарантируют отличное качество производимой продукции. Зимой и ранней весной осуществляется удобрение саженцев. Каждые 3 года на всех плантациях мы берем анализы почвы, которые осуществляются в современных лабораториях. Благодаря этому для каждого участка разрабатывается индивидуальный план внесения удобрений. Благодаря специальным ловушкам мы отслеживаем главных вредителей наших плантаций. Суперсовременные метеостанции, которые обслуживают весь наш регион, ежедневно собирают и анализируют все необходимые данные, оказывая всестороннюю поддержку нашим агрономам. При использовании средств защиты растений мы руководствуемся главным принципом – не навредить фермеру-производителю, потребителю и, конечно же, окружающей среде, в которой все мы живем. Прореживание – это очень важная работа, которая проводится в конце весны и оказывает существенное влияние на качество возделываемых плодов. Прореживание производится традиционным способом, то есть вручную, без малейшего использования химикатов. В этот же период происходит и другой важный процесс, очень влияющий на качество продукции. Это летняя обрезка деревьев. Благодаря ей ограничивается рост веток и обеспечивается лучшее освещение и вентиляция кроны. Так яркие лучи солнца легко достигают плодов и дарят им отличный цвет, вкус и запах. Использование специального программного обеспечения для наблюдения и фиксации
а также данных со спутников, обеспечивает полный и постоянный контроль над нашими плантациями на всех этапах выращивания продукции. И, наконец, система отслеживания позволяет нам в любой момент узнать, где и как была произведена продукция. Таким образом, каждый плод, попадающий на наш стол, имеет свой паспорт. Сбор персиков проходит в летний период и осуществляется вручную. Хорошо обученный персонал отбирает плоды по качественным характеристикам, благодаря чему на наш стол попадают красивые, сочные и ароматные персики. Таким же образом, но уже осенью, собирают и киви. Опытные сотрудники производят пробный отбор плодов со всех плантаций, после чего строго научными методами определяют точную дату сбора урожая. Это обеспечивает наилучшее качество продукции. Подводя итоги, можно сказать, что ради каждого персика или киви, попадающих на наш стол, на плантации выходит много людей, обеспечивая нам наилучший вкусовой результат. В 2008 году был создан консорциум сельскохозяйственных кооперативных плодовочных организаций Македонии «КАСА ОПОМ», главная цель которого – усиление, расширение и координация деятельности его членов, экспортирующих свою продукцию во все европейские страны. Недостаточность одной специализированной структуры в Греции по выращиванию и стандартизации свежих персиков и киви побудила 10 самых разных кооперативов создать «КАСА ОПОМ». Основатели «КАСА ОПОМ» являются признанными производителями плодовочной продукции на основе стандартов Европейского Союза. Основные виды продукции – это свежие фрукты, персики, нектарины, киви, яблоки, черешни, груши, переработанные фрукты, компот из персиков, фруктовый салат, груши, концентрированный сок из персиков и замороженные фрукты, персики, сливы. Эти объекты состоят из 10 цехов сортировки и стандартизации, 3 консервных цехов, 1 цеха по производству замороженных фруктов и овощей и 2 цехов по производству фруктовых соков. Сбор урожая происходит в оптимальные сроки. Собранный урожай немедленно доставляется на самые современные предприятия по сортировке и стандартизации. Плоды упаковываются с использованием оборудования для сортировки и стандартизации. Таким образом, наши фрукты сортируются по их размеру, укладываются в различные виды упаковки и доставляются к нашему столу без потери свежести и питательных свойств. Традиционный сбор урожая персиков предполагает и упаковку на месте. Прямо на плантации происходит сортировка и упаковка плодов в имеющиеся на рынке упаковочные материалы. Этот, отвечающий традициям, метод используется некоторыми членами L-Fruit. Благодаря ему отпадает необходимость в перевалке персиков и киви, а сами плоды не меняют своего качества. Кроме того, упаковка на месте позволяет собирать урожай более гибко, в зависимости от степени вызревания плодов. Целостные комплексы по сортировке и стандартизации, принадлежащие кооперативам L-Fruit, гарантируют высокое качество продукции, которое поступает на наш стол. Они оснащены самым современным упаковочным и сортировочным оборудованием, гарантирующим отличное качество. Все предприятия L-Fruit сертифицированы по системе управления безопасностью продуктов питания, что обеспечивает высокое качество персиков и киви. L-Fruit постоянно вкладывает средства в развитие инфраструктуры и модернизацию холодильного оборудования. Холодильные камеры с контролируемой средой, этиленовые подогреватели и использование озона – это залог высокого качества продукции L-Fruit. Так свежие персики и киви готовятся к путешествию во все стороны света. Люди, любящие свой край и заботящиеся о нем, связали свою жизнь с землей, поверили ей и заложили сады. Весной все вокруг покрывается розовым цветом цветущих персиков, а летом наполняется ароматом созревающих плодов. Это чудо повторяется каждый год, а люди идут дальше, учатся применять новые методы и технологии, используют научные достижения, чтобы обеспечивать достойную жизнь своим семьям и выращивать самые лучшие фрукты в мире.